Hello, привет, здравствуйте, девочки, мальчики, друзья, подписчики, с вами Креш Паша, и мы играем в Гренни онлайн в Роблоксе. Сегодня постараюсь сбежать со школы. Нас здесь хотят учить, здесь еще прячется учитель Балди, которого все боятся и так далее. Не знаю, что у нас получится, короче, вот здесь бегают нубики. Немножко в дверь не пролезла, жирно. Ладно, короче, там прячется вон учитель Балди, к нему лучше не подходить, он очень злой. Да. Надо найти нам все, как сказать, предметы, которые нам помогут выбраться. Это ломик, это дрель, который, кстати, в обычной игре нету, а здесь есть дрель, да. А потом, кроме дрели, здесь есть лом, в принципе, лом, как бы, тоже его нету. Так, я нашел штрих-код. Но мне кажется, штрих-кода одного мало. Я нашел кусачки. Не трогай кусачки! Ха! Не успел. А смысл нет кусачек, если ломики нет? На, забирай. Чтобы перерезать на дрель. Вот это вот да. Дрель. Все, сейчас мы сможем порезать камушки, камни. Откроем секретные места, проходы, пасхалки. И с помощью них сможем попасть в какое-нибудь место. И там уже кусачками что-нибудь перерезать. Так, вот одно место. Раз. Так, что здесь прячется у нас? Стоп. Я открыл только что это место, как бы, да? Но здесь почему-то ничего нету. То есть ноль, как бы. Zero. А зачем это место нужно, если здесь пусто? Я не понял тогда, нифига. Может, это какое-то странное место? Короче, давайте искать другие каменные стены, мы их будем ломать дрелью. Девочка с карточкой бегает. Сейчас, знаете, они не знают, куда запихивать эти карты. Они просто их взяли, сейчас где-нибудь потеряют, и мне потом, когда я все сделаю, надо будет искать их. Потом, чтобы убежать от бабушки Гренни. Как тебя зовут? Баки-пук. Баки-пук. Давай быстрее. Интересная поза! Бабка оказалась крысой! Она вообще, вы понимаете, насколько она засранка, пердунка, я не знаю. Вы понимаете, как она развела нас, напряталась в шкафу. Так, короче, бабка оказалась хитрая, нереально хитрая. Мы ничего не смогли сделать со школы, но я оказался на оригинальной карте. Кто-то здесь активировал пасхалку с Анжелой. Анжела. Она, знаете, такая стрёмная здесь, такая. О, стрёмно, стрёмно. Так, я какое-то достижение получил, не знаю, что у нас за достижение здесь. Что у нас? Короче, я помню, по-моему, в игровом домике ничего не лежит. Здесь, опять же, надо очень много играть, чтобы запомнить, где что находится. Мишка, кстати, ну это говорит о том, что мы можем Слендерина вызвать. Реально, пасхалка со Слендериной, я... Ты что, пугаешь тут? Пацан в спортивках. Мы реально можем вызвать Слендерину, потому что я пасхалку со Слендериной не делал ни разу. Они все нашли. Я забаговал! Дайте выбраться! Вы видели, меня чуть на куски не разорвало здесь. Это страшно было. Ключ от сейфа. Какие-то мастерские мастера играли в эту игру, потому что они уже все открыли. Я уже пришел на готовенькое, если честно. Так. Но они не открыли тайный выход. Что нам на руку? Потому что я люблю сбегать через тайную дверь. Так, нам нужны кусачки. Кусасечки. Кусасосочки. Потом нам... Бабка ливнула! Да что ж нам так не везет-то постоянно? Только начнется что-то хорошее, уже заканчивается. Так, ну что ж, я оказался на кемпе, и бабка очень быстрая, в смысле? Почему она такая быстрая? Это нечестно. Она прокачала себе скорость, офигеть. Так, парень, надо бежать как-то. Я не знаю, что нам нужно сделать, чтобы убежать от такой быстрой бабушки. Короче, нужно сбежать с этой усадьбы, надо найти вентиль. Вентиль лежит в машине, ключ от машины неизвестно где, ключ от сейфа лежит на дне бассейна. Фух, это было тяжело. Так, что у нас? Ключ-карта лежит здесь. Куча капкунов, чтобы никто не сбежал. Ах ты, бабушка-засранушка. Она, короче, перданет сейчас, и у нас все деревья упадут. Я не знаю, как она это придумала. Так, там все закрыто. Они за 10 минут ничего не успели сделать. Мне кажется,
бабка их чуть-чуть подразвела слегка. Я помню, ключ в машине лежал. Ключ от бассейна. Давайте, короче, двигаться. Вон, ключ от машины. Нужна доска, молоток, отлично. Ломик, супер. Давайте возьмем лом и пойдем делать первые дела. Доску надо забрать. Доска, я помню, лежала, знаете где? Лежала прям в усадьбе. Прям в усадьбе лежала доска. Доска и так далее. Кстати, ломиком открываем вот эту штучку, смотрите. Раз. Потом приносим молоток. Молоток приносим быстро. И ломаем доску. Главное, чтобы бабка нас сейчас не зажала, потому что она читерная очень, бегает как конь. Блин, она догоняет парня. Но нет, но нет, но нет. Только не это. Я не успею с молотком сбежать. Так. Она тупит? Надеюсь, да. Надеюсь, она не за нами побежит, потому что если я зайду сюда, я отсюда не выйду. Так, надо еще гаечный ключ, плюс перерезать кабель, плюс ключ-карта нужна. Ключ-карта лежала там, я помню. Ключ-карту, я помню, она лежала там. Кусачки. Кусачки я не помню. Так, бабушка, все. Пускай она завернет сейчас. Парень, иди отвлекай ее. Зачем тебе этот зеленый ключ? Мне не хватает помощи как раз. Надо с кем-то играть в эту игру. Доска лежала здесь. Ее нету. Доски нету. Бабка есть. Ноу, где доска? Доска, мне кажется, у нее в руке. Такое шувство. Так, спрыгиваем. Раз, спрыгнули. Побежали. Где доска? Доска где? Ее кто-то из нубиков украл. Доску. Куда они... Вот она. Ее что, переложили, типа, или что? Так. Пойдемте сюда, потому что, мне кажется, здесь самое безопасное. У нас 2 минуты, мы не успеваем, надо быстрее двигаться. Так, папка меня не палит она меня. Вот кто-нибудь додумался бы кусачки найти, мы бы сделали в 10 раз больше дел. С кусачечками. Они, наверное, в сейфе? Не, в сейфе ключ. Я помню, в сейфе лежит ключ. В сейфе лежит ключик. Парень не додумался ключ-карту использовать. Боже ты мой. Так, бабка тупит что-то, да? Тупит. Так. Кто украл отвертку уже? Вон она лежит. Заберем отвертку. Бежим. Минута 20. Но здесь, если бы парни мне помогли бы, может быть, что-нибудь получилось. Так, это что, ключ от машины? Фак! Какой молоток! Ключ-карту возьмите, дурни! Ну, что ж вы такие-то? Мы реально бы успели за 5 минут все сделать, но... Они тормознуты, они носят ручку от дробовика. Зеленый ключ носят. Это все не то, это все проходящее, уходящее. Иди забери ключ-карту, парень, пожалуйста. Пожалуйста, вон она лежит. Вот она лежит рядом с машиной. Так, забрали Вальве. Вальва — это, получается, как это называется? Вентиль? Да, Вальве — это вентиль. Все, я просто физически чуть-чуть не успел. Просто, если было бы на 2 минуточки побольше, я бы смог. Прыг, скок, прыг, скок. В воду нельзя наступать. Блин, я в последнюю секунду наступил в воду. Но там оставалось, вы видели, всего ничего. Оставалось 10 секунд, офигеть. Ну и так, последняя наша карта, это будет офис. С офиса постараемся сбежать. Мы еще не сбежали ниоткуда. Слендермен, привет. Все, пока, Слендермен, спасибо, что ты с нами. Так, рул 130, ключ от сейфа. Вообще, это такая халява, знаете, бизнесмен такой, закрыл свои деньги в сейф, а в сейфе нифига нету. Я такой думаю, лежит ключ от сейфа, а сейф закрыт, это просто какое-то издевательство было бы. Но просто вышло так, что кто-то закрыл сейф за собой.
Не знаю, зачем это делали. Ладно, давайте искать ответы на наши вопросы. Здесь очень много загадок, опять же, секретов, пасхалок. Мы должны с ними со всеми справиться. Так, здесь пустенько. Что у нас есть? Дротики от арбалета, хорошо. Капкан, хорошо. Здесь молоток лежит. По-моему, он помогает на последнем этаже, на крыше. Блин, давайте так. Ставьте кучу лайков, если любите Грэнни онлайн. Мы, если поставить кучу лайков, должны выбраться с этого офиса от бабки Грэнни, потому что она уже задрала. Она нас поймала везде. Бабушка. А чего здесь не хватает? Здесь не хватает... Надо кусачки. На, забери молоток, бабка. Мне нужны кусачки. Получается, да. Где они могут быть? Одни лежат обычно в шкафчиках. Раз шкафчик. Два. Три. Я просто гений. Жопу подотри. Это реально... Я знал, что они лежат в шкафчике. И благодаря мне мы сейчас бежим от бабки. Так, по-моему, это комната. Да, смотрите, роняем щиток. Режем. Шпалы, рельсы. Что это за мужик, как будто в костюме девочки? Вообще. И мы наконец-то сбежим? Да. Я сказал, поставьте кучу лайков, мы сбежим. Но бабка может ливнуть раньше времени. Смотрите. Блин, тут капканы. Бабка. Я знаю, как сбежать. Знаете как? Надо забрать арбалет. Смотрите. Она поставила кучу капканов. Думает, она самая умная. Но сейчас просто беру дротики. Смотрите. Девочка, отойди, пожалуйста. Дурында. Раз дротик. Два. Три. Она думает, она самая умная. Закрыла дорогу. Но здесь специально для таких случаев лежит арбалет. Анти-бабка Гренин. Арбалет с дротиками против бабки. Чё надо нам сделать? Чё? А где она? Она ушла? Она прыгнула, дура, я сбежал! А кто-то за мной попался в капкан. Это вообще жесть. Короче, девочки, мальчики, если вам серия понравилась, вас лайк. С вами был Крэш Паша. Я вас люблю, обожаю. Ставьте лайки, пишите комменты. Подписывайтесь на ВК, Инстаграм. На канал, конечно же, и колокольчик нажимайте, и подписку, чтобы новые серии не пропустить. Кидайте ролик друзьям. Всем спасибо и всем, как бы, пока.